Всем привет! Вчера увидел в Инстаграм рекламу кафе «Замок», город Лиман. Скидка на роллы. Вот все цены и написано, что с 13 до 17 счастливые часы. Скидка минус 25%. И написано, что скидка не действует на доставку и текущие акции. Сегодня решил поесть акционных роллов. Приехал издалека в кафе, но мне сказали, что акций никаких нет. Я спросил, почему тогда вылаживаете в Инстаграм рекламу, мне сказали, что она просроченная. Я показал, что загружено вчера, здесь написано один день назад. Мне ответили, что акция работает при покупке заказа на вынос. Когда я спросил, почему здесь этого не указано, вот что мне ответили. Вулкан роллы. Роллы вулкан. Черный дракон, да? Да. Окрошку записали, да? А как можно понять по этой картинке, что вот именно вот такое или там? Ну вот, эту картинку я составляла, а наш администратор. Если нужно, я позову ее, когда она будет, и вам она все расскажет. Ничего не написано про то, что именно. Как вы там сказали, только когда с собой взять, да, получается? На вынос. Черный дракон. Когда принесли чек, мне все стало ясно. Чек принесли в 16:29. На чеке было время 17:25. И мы знаем, что акция действует до 17:00, как написано в рекламе. Вот мы видим в чеке роллы Вулкан, 105 гривен. В их обычном меню тоже 105 гривен. И в рекламе в обычной цене 105 гривен. То есть скидка никакая не действует. В чеке видим время 17:25. То есть акция уже закончилась, акция до 17. Реальное время 16:29. Почему в нашей стране всегда так? Ну достали уже. Пока.